Съемки событий оригинальные, велись без дублей. Имена присутствующих по понятным причинам изменены. Итак, мой племянник Берти, его жена Виктория и я, любитель пофотографировать и поснимать что-либо интересное, мы не спеша прогуливаясь, любовались окружением живописного фешенебельного района Ривердейл в Бронксе, известному своей сельской атмосферой. Мы подошли к небольшому озерку, основными обитателями которого были утки и черепахи. Озеро классное. Они закрякали сразу. А это селезень, это басселезень, поэтому вот они пошли к нему навстречу. Компашка. Компашка. Смотри, какой видео бэкграунд. Я снимаю на видео. О, да, отражение. О, он это самое, охотится за уточкой. И смотри, какой хороший момент. Он хотел отбить путицу. Это два самца вот эти. Два самца, да, селезня. Вот они. Он увидел уточку, он начал кружить, но он увидел, что она не одна. И поэтому он решил вступить в сражение. Но вот этот законный супруг... Смотрите на экран. Ага. А, да, здорово, действительно. Да. Ой, любовник пытается увести законного супруга от уточки. А потом типа я наведаюсь. Прогнал его на водопад. Вот он отлично. Ой, Алексей, это вам хорошие кадры. Как они почувствовали, что вы придете. Смотри, гоняет его. Прочь, соперник. Соперничество не потерпли. Как на лыжах. Но закон это разъярен. Да, да. Ой, прелесть. В National Geographic можно пошелать. Так это будет видео. Ну вот мы тут вместо National Geographic. Да и не уходит, он как бы... А уточка вообще не прибила. За нее, в общем-то, весь сыр-бор. Белка не хочет быть актрисой. Ни актрисой, ни свидетельницей не хочет быть. Белке свой шкурный интерес. Она, безусловно, очень милое создание. Но вопрос-то шкурный. Все окружающее до лампочки. Ну вот это обязательно. Другое можно и не надо, а вот это... У этого короткое, да? Этот более такой слим, такой стройный, а тот чебоватый. Ну да, любовник с длинной шеей, молодой, пиво, коренастый, законный супруг. Я думаю, что этот более молодой. Я же говорю, молодой со стройной шеей, соответственно, с горячими желаниями. Водой там, да. Алексей, у вас подводная нет там? Нету. Мы погрузим. А вообще-то с айфоном я мог бы и нырнуть. Цепились опять. Не на жизнь, а нахер. Но какой настойчивый вот этот. А? Ну, это же молодой. Я думаю, что да, этот молодой, а этот старый. Прям клюет его. Клюет его. Он уцепил его за шею, может он хочет потопить его. О, на фоне виновницы событий. Ага. И главное, вот посмотришь, да, уточка, она наименее из всех симпатичная такая. У нее серая, простая краска. А ведь для них она вот нету красивее никого в данный момент. Они бьются, готовы друг другу перья повыщипывать.
О, утка закрякала. Не устанет, да? Сколько сильно? Потом? Да. Этот более такой крепкий, который был. Утку крепкий. Вот так вот. Так тебе. Чтобы и в дальнейшем неповадно было. Он его не утопил вообще, да? Мы сейчас будем свидетелями с преступления. Да не утопил. Конечно. Это мы будем идти, да? Вот, но нет. Он может одноклассник этой уточки. Мы не раз тут бывали и раньше, но никогда не приходилось быть свидетелями столь выразительной семейной драмы. Вот он спрятался, бедняга, чтобы его не видели. Бедный, он хочет передохнуть, но этот вон высматривает его под лес. Вот он затаился и тихонечко сидит под камнем. А вот этот вот подлец опять его высматривает. А этот взял передышку. Хочет отдышаться, уже, по-моему, и не до уточки ему. Просто будет. Подлец не подлец. Он в семейном кругу. Смотри, как хорохорится. О, да. Ты видишь? Да, герой теперь. Ну, заслужил, сражался. Ну, и ей понравилось, ты видишь? Ну, похоже, она тоже плещется радостно. А у этого бедного нету сил. Где он? Вот он. Ой, неподвижно причем. Блин, не отбил подружку. Выбился из сил только. Супруг приводит себя в порядок, а уточка рада, что супруг оказался настоящим мужчиной. Посему понятно, что не нужны ей никакие молодые, пусть и с длинной шеей. Как вы назовете этот фильм? Придумайте название. Разборка в Бронксе. Невольные участники происшедших событий расходятся. Надеюсь, что мы вас, зритель, не утомили. Ну, я жил, слава тебе, Господи. Вот она. Кто из них, в общем-то, прав, кто виноват. Этот был уже с ним. Он пришел. Вопрос, куда ему деваться теперь. Он может весь день вот на грудь посидеть. Ну, он сидит в углу. Ты же видишь, он как бы признал себя побежденным. Кровопролитие, слава Богу, осталось. Точнее, большого кровопролития не состоялось. Очухался. Ну ладно, силы набирай. Ну, конечно же, цветы и наилучшие благожелания крепким семьям.
а совушка охраняет дом. Спасибо вам всем за ваше внимание к этому ролику. Надеемся, что сюжет понравился, и мы еще встретимся на экранах.